Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. Кировские полицейские подвели итоги последних звонков. На продавцов алкоголя составлены акты, два школьника доставлены в отделение полиции. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове разработали концепцию оформления фасадов для улицы Ленина. Дома в исторической части города будут сделаны в едином стиле. Специалисты администрации уже дали рекомендации по ремонту фасадов, цветовому решению и размещению рекламы. Всего в едином стиле будут сделаны 35 зданий. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в городе. Причиной стали многочисленные жалобы кировчан на задымление и неприятный запах. В ходе исследования специалисты не обнаружили превышения загрязняющих веществ. Некоторые жители связывают появление неприятного запаха с пожаром на свалке Кирово-Чепецка. Возгорание на полигоне длится уже почти 2 месяца. Кировские полицейские подвели итоги последних звонков. Несмотря на запрет продажи алкоголя, 24 мая было выявлено 38 нарушений, изъято 630 литров спиртного. Кроме того, двое школьников с признаками опьянения были доставлены в отдел полиции. Их родителям придется заплатить штраф по 500 рублей. В Кирове началась массовая высадка рассады. На этой неделе растения появятся на Октябрьском проспекте, Карла Маркса, у Дворца бракосочетания, сквере на улице Комсомольской и других местах. Всего Киров украсит 113 цветочных конструкций. В этом году площадь цветников в городе достигнет 8000 квадратных метров. В эти выходные кировские пограничники отметят свой праздник. 27 мая в 19 часов они проведут автопробег до Парка Победы. А 28 мая в 10 утра пройдет митинг у памятника воинам в сквере у филармонии. Затем пограничников ждет праздничный концерт в Александровском саду.